типы. Это придуманные заранее или сходу ответки на раунд оппонента перед началом собственного раунда. Это обычное дело на рэп-баттлах, и никто уже не удивляется заготовкам, которые рэперы выдают с видом только что придуманных строчек. Однако, среди флипов встречается настоящая жесть, и сегодня мы рассмотрим примеры подобного. Браги Демо. Браги, нынешний участник 4-го Fresh Blood, имел поединок с Демой на слово ЕКБ, которая не так уж и сильно проигрывала своему оппоненту по жестокости раундов. В одном из таких раундов она предложила Браги выпить коктейль, который она якобы сделала из спермы собственного парня, но наш герой не растерялся. Браги не только не отказался от коктейля, так еще и попробовал его, сделав при этом медицинский вывод. Ты работал барменом в Репаблике на Автике. Я приготовила тебе пинаколаду из спермы своего парня. Как тебе? Ты же только что выпил. Здоровое потомство. Когда ты бухаешь... Рикиев Син. В этом батле Геннадий Рикиев притащил с собой бутылку виски для того, чтобы Син вылил ее на себя. Вся суть заключалась в том, что когда-то Син вылил на себя виски, который впоследствии оказался простым чаем. Борисан и Гейфрик, да фейк, зад, вес и пизди, донит пидор, сука, всем весь день, ебло куда-то без... Дабы отыграться за подобный зашквар, соперник Рикиев вылил на себя то, что принес Геннадий, но это опять оказался чай. И флип Рики стал одним из самых известных и крутых на Версусе. Подобный просчет действий соперника увидишь нечасто. Это было очень круто. Хорошо, что ты выполняешь мои приказы на раз-два, но еблан, блядь, там опять чай! Палмдропов Витя Бови. На батле против Вити Бови Кирюха Палмдропов сделал один из лучших флипов за весь 4-й Fresh Blood. В своем раунде Витя Бови затрагивал паркур, целую часть жизни Кирилла, и последний просто не мог не ответить на такое. Ответил он не обычным флипом, а кувырком назад, раз и навсегда доказав, что он хорош не только в батл-рэпе, но и в паркуре. Толпа зашумела очень сильно, заставив считать этот трюк одним из самых крутых моментов всего 4-го сезона. Сука, пидор, я буду флипать. Отойди. Паровоз Дунадан. В отличие от Версуса, у слова филиалов куда больше, и жести там происходит пропорционально больше. На слово юг сошлись паровоз и Дунадан. В зале стоял мерзкий Ди, который был известен своими выходками на батлах. Тёмочка добавил специи поголовно, все крутые, а итог как 45-м с немцами. После раунда паровоза Дунадан хотел флипать, но вместо этого получил леща от мерзкого Ди. И не стал ему ничем отвечать, пробормотав несколько невнятных фраз в ответ паровозу. Это был весьма странный момент. И даже весьма странный флип, который можно расценивать как один из зашкварных моментов отечественного батл-рэпа. Блять, громче говори, блять. Да ты замолчи, блять, и займу. Громче говори, еще раз так скажу. Продолжай. Все нормально, продолжай, он не обижается. Обижаешься, нет? Конечно. Нет, конечно. Терпила, блядь. Ты назвал меня терпилой, а почему ты молчал? Что тебя мерзкий два раза отпиздил. Ну и напоследок батл дизвился и мовца, конкретно момент с таблеткой. Вилки — это излюбленный ход мовца. Это своего рода такая игра, он дает оппоненту право выбора продолжения раунда. Дизвилс решил выпить таблетку, и мовец продолжил свой раунд, но сразу после ударной строчки дизвилс эту таблетку выплюнул. Охуенно, правда? Флипы придают батлам живучести. Нашей редакции кажется, что они просто необходимы в батл-рэпе, и мы будем надеяться, что применять их будут чаще. Главное — запариться над качеством.